мента. Везде менты, везде козлы, везде дерьмо, везде хуйня. И будь говном, насри на все. И будь говном, насри на все. Это очень старый песня, 2003 года. Фань, парень, спой песню такую, «Внутренняя смерть». Ой, блин, парень, ё-моё. Фань, давай, давай, так, давай. «Внутренняя смерть» — это песня до обломка унитаза. Если это хотя бы предтеча, то это до. Вот, знаете, какой это год? Значит, тот, что я сейчас попробую спеть, 2001-2000. Правда, правда, я тогда это чинил. Слушайте, я знаю, что мы рекомендовали правду. Вот сейчас попробуем. Песня проекта «Фолк-рок». Да, это «Фолк-рок» входил. Слушайте. Пел и сочинял сначала под синтезатор вообще. Ей-богу, вы уже это залили горе, да? Ну сейчас. Она играет объективно, как ремонт. По какой? Ты был зверем, ты был жив, когда человеком ты тоже жил. Но жил ты по-страшному, не как все мы. Страха боялся ты, как темноты. Завыли деревья на улице тьмы, запали ребята мои фонари, но жил ты по-страшному, не как стены. Страха боялся ты, как темноты. Вы такую песню, твою любимую, «Ради меня чем?» «Я устал быть клоуном». Ой, блин, ты еще... Вот эта песня осенняя. Спасибо. Вот песня «Нужная смерть», я спел ее практически так, когда сочинял в 2000 году, примерно в 2004. Только пару слов, может, изменил, пару-тройку, то, что забыл. Ну как вам? Это совсем раннее мое. Не подумал бы, что это 2001. Ну вот, тем не менее, подумал. Просто так, конечно, правильно, но... На 2004 еще куда ни шло. Это реально, я в 4-м уже другие вещи писал. А из фильма есть что-нибудь? Вот сейчас, то, что я сейчас вам спою, я устал быть клоуном. Это практически из фильма. О, это такая песня. Но она практически. Вот фильм закончился, я вот чуть попозже написал эту песню. Это фильм 99-2000, да, это вот я стал быть клоном 2000-2001. Она реально так играет. Я не умел играть, как так. Не так хорошо. Я не умел играть. Хорошо. Это я сейчас современно уже добавил. Я опять не мог так. А чудик-то? Меня гложет,
что-то меня мучает. Что-то мне гложет, что-то мне поможет. Что-то я мучает, что-то мне поможет. Что-то меня понимает, меня не очень понимает. Я устал быть клоном, я выходя из дома. Я устал быть клоном без рок-н-ролла, без рок-н-ролла, без рок-н-ролла, Не помню, что он суровый вообще. Суровый? Суровый. Я там слова часть додумал. Блин, там припев крутой. Припев. Ты что, хочешь электризовать? Не, хочу. У меня это не сложно. Какая еще песня «Жаба»? Ой, парень, ты смерти моей желаешь, что ли? Или «Голубь»? «Голубь»? «Голубь» не помню. Это первый альбом «Кот Кобыла». Сейчас. Баба его выглядит. Слушайте. Слушайте. Это там 8 биток взять? Слушайте, вы что делаете? Аркадий. Знаете что? Я? Да. Ведь президента он хорошего не научит. Ты ради забавы начал играть. Ну, а как же? Давай, ну, ничего. Умерти президента, он хорошему не научит. Убей президента, он ворует нашу свободу. Убей президента, который живет младенцем. Убей президента, который очень моден. Убей, убей, убей президента. Убей, убей, убей президента. Убей, убей, убей президента. Убей, убей, убей. Убей президента, он смеется, когда мне страшно. Убей президента, он ворует нашу свободу. Убей президента, чтобы увидеть рассвет. Убей президента, чтобы забрать свои деньги. Убей, убей, убей президента. Убей, убей, убей президента. Убей, убей, убей президента. Убей, убей, убей. Убей президента, он апостол фашизма. Убей президента, он источает смерть. Убей президента слабым топором. Убей президента, что лишним сердцем. Убей, убей, убей президента. Убей, убей, убей президента. Убей, убей, убей президента. Да, Аркадий, конечно, хорошо, по мелодике. Да, да.